Там извятый Гриша, который сейчас до сих пор задротит в CSGO. В CSGO переиграл, как говорится. Гриша, вот только попробуй меня взорвать хаешкой. Вот эти я тебе обещаю. Так, ну тогда летим в северном, потому что там гаражик, и он в самом конце. Ну же, подожди, только веди так, чтобы я, который стоять буду, чтобы меня не грохнули через 3 секунды. Гриша, ну только попробуй меня взорвать хаешкой, я с тобой, я тебя не знаю, что сделать. Это называется, когда Гриша пукан горит, так он хочет взорваться, да? Господи, помилуй. От Гриши у меня один вопрос. А зачем ты прыгнул тогда вот на эти вот горы, а? Гриша, давай-ка лучше ты настройся, а то я хочу... А то я хочу затащить сегодня. Гриша, посмотри, пожалуйста, не летит ли кто-нибудь за нами? А, уже 4 человека на гараж. Поэтому летим в северное. Чё? 4 человека на гараж летит, а нас двое. Я не хочу подохнуть. Игра больше начинается или нет? Алло? Алло? Вертолет! Бля, да я сяду в него и ты уйдёшь. А давай полетим на спаун? А? Только для этого давай оденем пушечки, так, понимаешь? Короче, я в вертолете сижу. Ну сиди, я пока такие пушечки, о, с шумом. В вертолете сижу, с ножом я на врага бежу. Кстати, Гриш, у меня шуты удалились немножко. У тебя, о, спустя не калаш. Извини, но мне калаш нужнее, чем тебе. Ну что, я более-менее как бы оделся. Гриша, я! А я! Может, меня спасешь, а? Ты сейчас взорвешь, слышу? А по мне стреляют. Я тут, если что, людей вырубаю, тут нормально, да? У тебя калаш все это время был? Нифига себе, у вас тут нет калаш. У тебя что, все это время калаш был? Умер? Я не, я тут еле живой, потому что на меня чел напал со СКС. Вот Гриш! А, машина! Твою. Тихо, машина! Вертолет угоняют! Да вижу я, успокойся, все нормально будет, стоять здесь мощненько. На меня машина едет, похоже. И по мне люди стреляют нафиг!
Ой, нафиг надо. Там тут как бы люди воюют на машинах и вертолетах. Гриша, спасай! Где вертолет-то? Вон он! Патроны закончились, а там человек! Где? У меня! Вот это экстремально, блин! Я вертолет сбил! С чего? Что? Господи! А где враг-то там был? Меня сначала убил, а потом тебя как-то. Гриша, го, пожалуйста, а? Нормально! Скажите, пожалуйста, подписчики, напишите в комментарии, что с ним. Мне машина, у меня скин на машину выпал постоянно. Офигеть. Мне не постоянный выпал. О, ты... Давай нажимай, а. Спасите. Гриша, заходи нормально играть в PUBG. Всем врагам капец. Ведь у меня Desert Eagle. Гриша, нормально играй в PUBG. Потом в КС-ку сыграешь. Каникулы уже наконец-то. Кстати, наконец-то каникулы начались, поэтому ура. Так, гаражик у нас будет в мэнсион. Так, летим в Пашинке, там валим вертолет и валим. Я не знаю, ты меня ведешь куда надо. Гриша, выключи КС-ку. Где мой дым? Я там... Ну, черт, твою мать, что я буду этим вообще? Гриш, мат, ты прекрати, пожалуйста. Не, вот как с ним можно работать? Вот скажите, пожалуйста. Гриша, пожалуйста, играй в PUBG. Подожди, я же помню, когда мы хотели записать новое видео, ты хаешкой меня подорвал. У, сколько людей на военке высадилось. А ты планшет это PUBG? Гриша, мы летим на Пашинке, поэтому будь осторожен. И ты опять в КС-ку будешь играть? Что? Да подожди, мне только РПГ найти, и все, я распространю. А, ну хоть наконец-то он про PUBG вспомнил, наконец-таки. Кстати, с нами двойка и тройка летит, поэтому тут наши союзники нас подстрахуют, если что. Если что, наши союзники подстрахуют нас. Ну, Гриш, пожалуйста, умоляю, не убей их. Если что, союзники зовут от нас. Там вертолет, кстати, и на него враги приземляются. Вертолеты летят, мы их подобьем. Там тручело, нормально? Где вообще так много людей приземлилось? Это мой дом. Гриш, это мой дом. Там... Это моя. Пушка, 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 пушка. Слышишь, уже люди стреляют там. Откуда? Ну, РПГ, вот это.
Найдешь самонаводку, ну, отдашь мне, понял? Опа! Видел, по балкону стреляли. Так это мне пригодится, чтобы самолет сбивать. Тихо. РПГ! А! Гриша, РПГ надо? Мне самонаводка. Так, РПГ мой так. Самонаводку мне отдашь. Иди, РПГ! Несу. Огонь из всех пушек! Орудий! Ну, у нас пушка как бы, ну, ладно. А почему союзнику стало? Ну, думаю, что тут до сих пор еще люди сидят. На! Слышь? Где мой РПГ? О, забирай. Дай немножко патрошек, а. Почему? Дай патрошек немножко. Дай патрошек немножко, а. Чё ты сюда приперся? Ну дай патрошек, а, Гриш. А то у меня есть ходежка, если что. У меня только патрона нету. Только две штуки осталось. Я тебе 4 штуки дал. О, патроны на РПГ. Я тебе 2 вернул. Ну, спасибо, у меня уже 10 патронов. Так, по-моему, вертолет. Тихо. Я хочу найти. Да кто там стреляет, блин? По церкви. По святому месту. Кому-то просто кажется, что церковь это крайне опасное место. Каждый, если какой-то враг будет верующий, он придет в церковь, помолится, то все. Победа ему обеспечена, поэтому и стреляют. Сайбашка, принеси капот. Опа, канистрочка. Канистрочка. А канистрочку я люблю. Канистрочку я люблю. Тихо. Так, тут чел. Еще канистрочка. Да ну нафиг. Канистрочки. Так, я хочу вертолет мой найти. А вот... Хочешь прикол? Вертолет угнали. А, еще этот майн залет. Подожди, еще. Предлагаю ехать за вертолетом. Гриш, я поставил метку, там вертолет. Садись. Садись! Подожди! Подожди, сейчас лагала. А, тут у нас... Садись, садись, садись! Да... Ничего себе. Да садись ты давай, я! А я быстрее машины. А на чем двойка? Тоже на машине, садись! Ты нормальный? Гриш, взял дурку, вот серьезно. О, патроны! Ой. Кстати, тут люди стреляются, давай садись быстрее. Иди сюда, блин! Патроны! У меня уже 7 штук. У меня 10! Садись, поехали, блин. Дурачок. На вертолет сейчас угонят. Садись давай. Где я поставил метку, там вертолет. Я посмотрю по радару. И только попробуй меня взорвать. Ах вы, союзники, уже угнать хотят. Паскудины. Ну, пошли, дайте мимо.
нет никакого вертолета. Вот он. Вот он. Не взрывай! Гриша! Это ты! Эта машина служила нам до райстанции. Все, поехали. У меня, кстати, баги на скин. Садись. Чел! Чел, чел, чел! Вот мне АТ-4А. Гриша, лучше садись, а то сейчас нас... На что? На вот этот маленький. Сейчас. Он где-то тут пробегал. Летим на вокзал. Какой вокзал? Ну гараж! Господи, я его так всегда... Нет, в школе много школьников, они а там наши людички! Там наши детички хотят на нашу школу. А школьник каникулы, поэтому я туда не собираюсь. О, машина! Попал! Пустая! Кого-то вырубил. Да никого не выбрал, а не вырубивал. Ой, господи, не вырубал. Не нокал. Потому что мне не пришло уведомление. Гриша Бурбов там играл, вырубил игрока. У меня нет, другой. Понимаешь? Ну, Гриха. Не кажется ли это вертолет? Не, это аэродром, по-моему. Еще один! Чего? Значит, один из них кто-то вызвал. Получается. Там три вообще. Че? Давай, надо. Там люди! Вот, да лети туда! Лети туда, я сверху стреляю! Я просто не хочу сдохнуть. Летим, 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 летим. Да у меня на РПГ куча патронов. По-моему, тут все сдохли. Я чуть вертолет не угробил, если что. Убил? Ах вы паскуда. Ну, с одной стороны, я... Где он? Поднимай. Ты набрал что-то? Вон там за деревом, но я ему сейчас пропишу. Только этого золота, а то он вкус не больно. Ага, вон и машиночка. Нет, все-таки мне обычная РПГ больше нравится. Тихо. Это по нам. Я видел, вон они около машины. Бежим, вертолет, быстрее! Да у меня хп, я то не наступлю, чертям! Не совет, садись! Садись! Улетай! Просто гони отсюда, я пойду в вертолет, только два раза попал за что. Потом даже, я сяду за руль, у меня ремкомплект есть, только лети отсюда подальше. Предлагаю в школу. Выжили! Вышли как крысы! Залутали как крысы! Понимаешь? Опа! 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 Ты видишь, что это сирот? Ты видел там такой зеленый дымок? Видишь? Садись скорее! Да садись ты скорее! ПЛЗ! Не отсилиться надо! Видел там зеленый дымок? Там аэродром с челами!
бинты! Два! Да зайдет, дай бинты хотя бы. Уже все поздно. Арбалетик? Кто? Кто позволил нарушить сон? Что? Ничего. Короче, наших людей тут поубивали. Гриш, миниган мне брать или нет? Вот скажи мне честно. Чего? Миниган брать? Понял, нет. Сейчас вертолет починю. Блин, я так обкакался, когда увидел, что люди на нас. Ой. Да там двоих уже грохнул, пока ты там этот вертолет заводил. Гриш, предлагаю по шинке лететь, потому что там люди. Около наших... Опа, опа. А вот тут никого нет. Ты что? Там вертолет летающий. Вертолет на ходу. О, я Таня Полиния. Да. Минус. Ох, Гриша, можешь ты больше это не писать? Уже мы только вдвоем остались. Тихо! Я хочу просто взорвать эту штуку. Постой-ка, включи вот этот вот динамик и выбери только команду, слышишь? Выбери только команду и послушай. Включил? Да-да. Away from skirmishes and search carefully. Понял? Какой-то на английском языке, как дед, блин, какой-то. Еще тайга? Чу? Пашу, тайга, на виду. Бронеуан. Ты в курсе, что ты... Ты нормальный? Ты по мне попал, хватит. Не попал. Вот так. Уже все, машина хана. Кстати, Гриш, а тут, по-моему, кого-то... Машины уничтоженные можно обыскать и из них доставать патроны на РПГ. Чё? То есть патроны из машин доставать можно, если они уничтоженные. Ну тогда давай взрывать вторую. Ни черта. Реально! Прикольно. Подожди. А вон еще машинка! А вот это мне нравится. Вот это я понимаю. Три машинки в одном месте. Нет, Гриш, пожалуйста, нет! Нет! Я просто офигею! Я дебил! Ой, я просто офигею! Ой! Да не стреляй, пожалуйста! Я случайно! Не, ну, можно где-то найти, но мне надо аптечку. Мне тоже надо. А мне нужны. Ну, давай искать. Давай плавать по реке, всё. Маша, стой плавать по реке. Гриша, предлагаю ехать до рожка вот дойти, и там, может, машину найдем. Да мне вообще ничего нет, мне даже патронов не хватает, у меня 800 рублей. Я говорю, ни брони, ни оружия, просто мы только с пистолетами в начале катки, хардкор. Я так уже играл, что-то больше не хочется. Кстати, говорю, ты начал с темников живо. О, лодка, лёдка. Мне надо сбежать.
меня не будет в течение минут 20. Гриш, можно тогда я тебя взорву? Это не я. Вот я ханамил, это не я. Чё он так долго? Вот бы машину. Блин, ну как я не мог тебе рассчитать, чтобы я могу вертолет взорвать? Ой. Где этот рожок, блин? Где этот рожок? Вонюч. Не, ну даже ДП-28 тут, блин. Аптечку дайте! Ну тут хотя бы. А, ясно, спасибо. В кавычках. Так, это уже не я был. Вот это уже не я был. Гриша, быстрее, враги! Гриша, быстрее, враги! И машина! Вставай, страна огромная! Угу. Гриша, не спи! Гриша, люди! Ой, хорошо. Спасай! А? Ты где был? Я драл, блин. У меня сейчас человек убьет с АВП! А тут человек с АВП и ждет тебя. Нет, пацан, ну пожалуйста, нет. А, быстрее, Гриша, убей его, забирай карточку. А где он, с какой стороны, слева, справа? Где я сдох? Тебя лутает. Ну я не, уже не могу видеть его. Так, только нам теперь вышку бы найти. Блин, вышки ближайшей нет. Беги к этой. Ну, Гриша, быстрее. Не спи. Я знаю. Что? Ну... Ладно, всем пока. Мы до 5-го места дошли хотя бы.